Приветствую вас, Оксана. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете следующее. Завидую женщинам с плохими волосами. Я порой завидую этим женщинам. Абсурдно звучит, но это так. Объясню почему. Потому что без тени сомнения они безжалостно стригут свои волосы, и никто за это их не тыкает. Не попрекает, не ноет, зачем такую красоту состригла. Я ненавижу свои шикарные волосы за то, что их нельзя подстричь, не переступив через чувство вины. Всякий раз я подолгу решаю на этот шаг, месяцами вынашиваю голубую мечту, сделать своей измученной голове облегчение. Короткие стрижки я не делаю, максимум каре или итальянку, до плеч или чуть выше. Потом меня терзает чувство вины за то, что я обрезала такую красоту, но параллельно кайфую от сброшенного веса. Хотя они сильно длинные, не успевают обрасти чуть ниже плеч, меня уже начинает нервный тик колотить. Объемные везде лезут, надо закалывать. Потом болит голова, но кайф после стрижки беспощадно ломается их настырным бесконечным ротом. Не успеть глаз моргнуть, опять их много, опять надо что-то делать и опять чувство вины. Сейчас я мечтаю о стрижке, но чувство вины опять на меня давит. Чтобы все же лучше перетерпеть чувство вины или набраться терпения и терпеть изо дня в день эту вечно растущую длину. Можно ли как-нибудь привыкнуть к длинным волосам, если очень сильно постараться? Хочется обратить ваше внимание в первую очередь на то, что вы мне задаете вопрос. У вас его нет, вопроса, то есть вы чего хотите. Если вы спрашиваете о том, можно ли сохранить, можно ли привыкнуть к волосам, да, можно, конечно. Человек такое существо привыкает вообще к всему. И вы, в принципе, сможете привыкнуть. Вот. Только будете ли вы счастливы от этого? Вот в чем вопрос. Ну, на мой взгляд, вряд ли. Да? Вот. Поэтому как-то тут мне кажется, что вопрос вами поставлен неверно. А, собственно, помимо этого, какую еще вы хотите проблему решить, я, честно говоря, не очень понял. То есть, ну, может быть, от чувства вины хотите избавиться, может быть, уверенность в себе приобрести, может быть, увидеть значение для вас волос, может быть, обратить внимание на свою свободу, которая, судя по вашему описанию, у вас не сказать, чтобы особо много. Вот, может быть, посмотреть на свою жизнь, ну, в смысле, на то, насколько она вам интересна и так далее, потому что как-то слишком много внимания вы, на мой взгляд, уделяете волосам. Такое ощущение, как будто, кроме этого, больше ничего в вашей жизни-то и нет. Хотя, совершенно очевидно, что это не так, и я уверен, что это не так. Вот. То есть, вариантов, в принципе, достаточно много. Следующее, на что хотел бы обратить ваше внимание, это то, что, как мне показалось, волосы вообще не ваши. То есть у меня такое ощущение, что волосы вам не принадлежат, что они принадлежат кому угодно, только не вам. Вот такое интересное у меня наблюдение появилось.
Как-то вот ценность ваших волос вы как-то отдали другим людям, вот, причем сделали это, вероятно, довольно давно. Довольно давно, и я бы сказал, что несколько неосознанно вы это сделали. Вот, ну, скорее всего, вы это сделали в детстве. Ну, я так думаю, что вы это сделали в детстве. То есть, ну, например, там, это могла быть, это могла быть ваша мама, например, которой вы могли отдать вот контроль и власть над своими волосами, например, или это могли быть друзья, какие-то подруги, может быть, общество в целом, вот какие-то ну, ценности, которые, опять же, вам не принадлежат. То есть, давайте вот честно зададим себе такой вопрос. Мои волосы, вот мои волосы, они мои или нет? Вот мои волосы. Потому что мне показалось, я повторюсь, что вот волосы вроде бы ваши, а в то же время как будто бы и нет, в то же время как будто бы они и не ваши ни разу. Вот это очень диссоциирует. Потому что как бы, ну да, может быть красиво, но это ваши волосы, это как бы вы, и, соответственно, только вам решать, что, собственно, с ними будет. А у меня такое ощущение, что вы решить этого для себя не можете. Дальше. Перед кем вы чувствуете вину? Это очень, как мне кажется, важный момент. Перед кем вы чувствуете себя виноватым? Ну, если вот, если чувствуете, да, перед кем? Это ваша мама, это ваши подруги, это другие женщины, перед кем? Вот. И, собственно, ну, давайте вот попробуем разобраться с этим. Понимаете, вы действительно могли жить в такой реальности, где, ну, вот, ваши волосы могли восприниматься как некая такая вот ценность. И вы действительно могли расти в такой среде, да, где ну, вас могли винить за то, что вы там не цените свои волосы, например, и так далее. Это правда. И вы действительно можете сейчас чувствовать свою вину. Но мне кажется, что лучший способ вам обратиться с этим, это извиниться. То есть, ну, просто вот попросить прощения. Попросить прощения за то, что вы
хотите сделать своими волосами. Попросите прощения за то, что вы не цените их. Вот. Что если ценит? Это, на мой взгляд, очень важный момент. Момент обращения с своим чувством, момент, так скажем, знакомства с собой. Вот. Следующее. Это, как мне кажется, в целом история про история про заниженную самооценку у вас. То есть мне кажется, что это история про то, что вы сравниваете себя с другими людьми, достаточно сильно ставите себя в зависимость от других людей. Вот, и зависит от их мнения, ну, точки зрения, от их взглядов и так далее. Вот. Если это, ну, на самом деле, так, если это действительно так, то мне кажется, что вам в первую очередь нужно работать именно с этим, с обретением некоторой такой вот уверенности в себе, в своих силах, в своем выборе, в своих желаниях и так далее. Вот. А сейчас, ну, само собой, ничего этого не происходит. Вот. Ну и последнее, на что вот можно было бы обратить ваше внимание в данном контексте, это ощущение свободы и то, что волосы вы воспринимаете как ограничение. На самом деле, мне кажется, и мне также кажется, что в глубине души вы это понимаете, волосы не могут никого ограничивать. Волосы не могут душить. Но проблема в том, что для вас это необходимость каждый раз выступать против. Мне кажется, что для вас вот чем так неприятная эта история, то, что вы должны каждый раз высказывать протест, протест, а вам это очень тяжело. И, ну, это такой вот, что называется, стресс для вас. И мне кажется, что именно по этой причине вы так вот на это реагируете. И воспринимаете волосы как ограничитель. Я на самом деле он таковым, конечно, не является. Вот. Понимаете, да? В чем штука? Поэтому вам нужно увидеть, скажем так, постараться увидеть, каким образом вас это ограничивает. То есть кто вас ограничивает посредством волос. Потому что, повторюсь, дело не в волосах. И очень важно, чтобы вы сместили свое внимание с волос на те реальные ограничители, которые присутствуют, которые есть. Вот. Не на вот как бы вымышленные, да, которые вот, ну, в какой-то степени вы сами себе вот в данном случае
Может быть, не придумали, да, это может быть было бы неверно сказать, что вы прям придумали, но привыкли думать, что это проблема в волосах. А по факту это проблема именно в психологических ограничениях, которые у вас есть, но которые привязаны к волосам. Вот. Это нужно обязательно разграничивать, это нужно обязательно отличать друг от друга. Вот, и нужно, собственно говоря, взаимодействовать именно с этим. Я уверен, что за волосами стоит некоторая фигура. Эта фигура к вам достаточно близка, к сожалению. Вот, может быть, это несколько фигур, сложно сказать. Но, тем не менее, вот такая история. Честно, не буду открывать, смущает то, что вы не задаете вопрос. Это очень смущает, потому что, без вопроса, без запроса, любой ответ может быть вами отвергнут. Вот. Мне бы этого не хотелось, потому что, хочется, правда, вам помочь, вот. Но я понимаю, что, вот, например, без вашего желания что-то менять, да, например, без вашего желания что-то менять, ничего особо не получится, вот. Вот, как-то так. Поэтому на этом, я думаю, можно мой ответ потихонечку завершать. Я надеюсь, что вам было это полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вы сделаете выводы из моего ответа. Надеюсь, что вы получили пищу для размышлений. Вот, и очень надеюсь на вашу обратную связь. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. В соответствии с тем, что вам откликнулось, сильнее всего. Если не откликнулось ничего, или если вы почувствовали сопротивление, это также является результатом, да, также является достаточно хорошим показателем. Вот. Показателем того, что вы не до конца потеряли свою чувствительность, и показателем того, что вам можно помочь. Вот. Обращайте внимание, пожалуйста, на сопротивление, которое возникает, и постарайтесь пойти в него, постарайтесь заметить, как и чем оно может быть связано. Вот, сопротивление, я имею в виду, потому что, как правило, это самые важные точки, самые важные элементы, на которые стоит обратить внимание. Всего вам самого доброго. Обращайтесь.